Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Почему из кранов самарцев льется желтая вода? Глава города Елена Лапушкина проверила работу насосной фильтровальной станции. Задача продержаться до апреля. На физкультурной латают ямы, а весной здесь предстоит ремонт дорожными картами. Провели работу над ошибками. Дороги и тротуары во дворах промышленного района очистили от снега и наледи. Сломать стереотипы и выйти за пределы школьной программы. Самарские учителя рассказали об инновациях. Самарская хоккейная команда «Союз» поедет в Сочи. Они стали победителями областного этапа всероссийского турнира «Золотая шайба». Этой зимой из-за гидрометеорологических условий вода, которая течет из-под крана, может иметь легкий желтый оттенок. Как отмечают специалисты, она полностью безопасна. Это подтверждается многочисленными исследованиями аккредитованных лабораторий. Однако жители все равно беспокоятся за качество воды. Чтобы удостовериться, что здоровью горожан ничего не угрожает, глава Самары Елена Лапушкина побывала на насосной фильтровальной станции и лично посмотрела, какие стадии очистки проходит городская вода. Главе города показали и первую ступень системы фильтрации, которая расположена на глубине более 20 метров. Здесь речную воду с помощью специальных вращающихся сеток очищают от мелкой рыбы, камешков и мусора, которые попадают в насосы, а также работу лаборатории, где проходит химическая очистка гранулами сульфата алюминия. Елене Лапушкиной рассказали, что на предприятии несколько раз в день делают обязательные пробы воды, чтобы изучить ее химический состав. Только после тщательных проверок вода поступает в городские трубы, после чего ее также забирают для анализа. Еще привозятся сети города, то есть вот сейчас пока это волжская вода, пока этапы идут, сейчас ближе к обеду уже город отбирается. У нас 1199 контрольных точек по городу. Все водоразборные колонки, все насосные станции и на границах эксплуатационной ответственности. Вот если адрес поступил, мы сейчас едем и его отрабатываем. После посещения НФС глава Самары Елена Лапушкина осмотрела участок заводского шоссе, на котором идет ремонт. Как рассказал мэру представитель подрядной организации, сейчас на объекте трудятся несколько бригад и механизированная техника. Рабочие прокладывают сети водоснабжения и ливневой канализации. Все материалы, необходимые для установки коммуникаций, закуплены. Из-за того, что на участке много ям и траншей, для избежания аварийных ситуаций было принято решение закрыть транзитный проезд по шоссе от улицы 22-го партсъезда до Авроры. При этом, как отмечают подрядчики, доступ ко всем предприятиям, находящимся в зоне перекрытия, предоставлен. На их работе ремонт дороги не скажется. Схемы перекрытия дорог и подъездов согласованы с ГИБДД. Да, на том участке, где происходит ремонт, возможность подъезда есть ко всем предприятиям. Сегодня я встречался с собственниками предприятий. Такие самые критичные моменты мы с ними обсудили. Несмотря на то, что работы идут уже не первый день, не всем известна и понятна схема движения на закрытом участке, глава Самары Елена Лапушкина дала поручение подрядчикам до конца дня исправить недостатки по организации проезда для предприятий. Транзитное движение обещают открыть, как только закончатся все земляные работы. Напомню, ремонт выполняют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Срок окончания всех работ по контракту – ноябрь 2020 года. После реконструкции заводское шоссе станет полноценной четырехполосной магистралью с полным благоустройством улицы. Продержаться до весны. В Самаре стартовал аварийно-ямочный ремонт дорог. Перепады температур разрушили дорожное покрытие некоторых магистралей. И сейчас рабочие заделывают ямы, а с наступлением тепла дорогам предстоит ремонт картами. За ходом работ на физкультурной наблюдал Сергей Кизоркин. Ремонтировать дороги в Самаре начали с улицы Физкультурной. Здесь зимние морозы с регулярными оттепелями испортили асфальт. В январе неустойчивая погода постаралась особенно, поэтому решили не откладывать в долгий ящик ликвидацию ям. Безопасность автолюбителей дороже всего. Для того, чтобы поддержать дороги в безопасном состоянии до возможности выходить горячим асфальтобетоном, это конец апреля, начало мая, проводятся превентивные меры. Это как аварийно-ямочный ремонт, литой асфальтобетонной смеси. Этот ремонт позволяет даже при отрицательных температурах, минус 15 градусов, ликвидировать отдельные ямы аварийно опасные, обеспечит возможность нормального движения транспорта по дорогам.
Кроме улицы Физкультурной, ремонтируют дороги на Мичурино и Революционные. 5 бригад со спецмашинами укладывают асфальтовую смесь ночью. Температура раствора больше 200 градусов. Подготовка ведется днем. Бригада из 5 человек вырезает прямоугольники разной конфигурации. Перед заливкой асфальтом их продувают сжатым воздухом, окончательно очищая от воды и грязи. Каток при такой технологии не требуется. А здесь смесь везет в кочере, в официальном автомобиле, который поддерживает температуру асфальтобетонной смеси. Именно вот сам принцип термоса, так называемого, и позволяет работать при низких температурах. Данная смесь пластичная, и она не требует необходимого уплотнения. Именно за счет большого содержания битума. В Самаре планируется отремонтировать в ближайшее время по этой технологии порядка 20 улиц. В феврале и в марте ямы будут заделаны на общей площади примерно в 6000 квадратных метров. Пока эксперты качеством работ довольны. Подрядчик работает без нарушений, то есть карты перед укладкой продуваются. Смесь соответствует требованиям, то есть ориентировочно 210-215 градусов. Ну, при таких погодных условиях в течение 40-60 минут асфальтобетонная смесь остынет, после чего по ней может уже спокойно проезжать транспорт. За одну ночь дорожные службы заливают асфальтом почти 100 квадратных метров ям. Но темп работ с каждым днем будут расти, заверило руководство дорожных служб. МП «Благоустройство» и 21 век дают гарантию выполненных работ. Ведь качество проверяют дважды. Сначала на заводе асфальтобетонную смесь, затем ее же после затвердевания на дороге. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Время паковать чемоданы. На новую программу переселения из аварийного жилья выделено 14 миллиардов рублей. Она рассчитана на 5 лет. В Самару приехали федеральные эксперты, чтобы проверить областной аварийный фонд. На инспекцию отправилась и Мария Левина. Переулок узенький, историческая часть Самары. Здесь осталось всего несколько старых домов, окруженных бетонными джунглями. Татьяна Рыба с сыном проживает здесь вот уже без малого 20 лет. В доме нет удобств. Чтобы принять ванну, рассказывает женщина, приходится ходить по соседям и друзьям. Но это не самое страшное. В цоколе там вообще все уже рухнуло. У нас печки не в рабочем состоянии, отопительные печки. Они не рабочие, потому что вот за этой стеной там находятся печи. Они провалились под землю, ушли эти печи. А у нас на втором этаже печь, она просто висит, у нее нет опоры, она просто висит и дом вовнутрь складывается. Дом попал под новую программу переселения, рассчитанную на 5 лет. В нее вошли дома, признанные аварийными до 2017 года. Сейчас ведется работа по переселению граждан из аварийного жилья. По первым двум этапам областной программы в планах расселить 809 семей из 75 домов. Аварийные дома, от жителей которых поступили жалобы, проинспектировали федеральные эксперты. Нам кажется, что с участием, в том числе, общественности, нужно выстраивать эту программу так, чтобы она была справедливой. И, конечно, нужно в том числе с представителями области, с представителями города обсуждать вопросы, скажем так, расширения возможностей по переселению. На это запланировано 14 миллиардов рублей. Большая часть этих денег федеральные. Жителям предлагают два варианта – либо квартиру в новостройке, либо выкуп по рыночной стоимости. Жители дома на переулке Узенький получат деньги и самостоятельно выберут себе новое жилье. Они попали в первый этап программы переселения граждан из аварийных домов. Естественно, прожив здесь всю сознательную жизнь, уехать из центра города, где рукой, как я говорю, дойти до того же Троицкого рынка, люди трудно соглашаются ехать. Но вот в этом сегодня мы работаем, находим тот компромисс. Среди жителей есть и те, которые переезжают в новостройки, тем более, что инфраструктура в таких микрорайонах уже налажена. Взамен старым трущобам людям предлагают большие светлые комнаты со всеми удобствами. На кадрах одна из квартир, в которую переселяют жителей аварийного дома. Светлая однушка больше 34 квадратных метров с большой кухней и коридором. Выбор в пользу таких квартир сделали жители домов по адресам Дальневосточная 31А и Парижской коммуны 11. То, что эти дома на ладан дышат, очевидно. В доме на Парижской коммуны находится настоящий раритет – печка. Правда, работает она через раз, потому в квартирах жуткий холод, говорят жители. Но вскоре эти проблемы останутся в прошлом. Людям пообещали, что здесь они зимуют последний раз. Приобретение для данных граждан будет квартир до 1.06 этого года. Очень важно, чтобы качество было нормальное. Ну, конечно. Надеюсь, что вам хочется понравится. Хочется уже, чтобы качество было хорошее, потому что уже нажились в этих гнилушках.
Если программа переселения граждан будет выполнена вовремя, есть возможность претендовать на дополнительные средства. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Провели работу над ошибками. Дороги и тротуары во дворах промышленного района очистили от снега и наледи. Как будут наказывать коммунальщиков, которые не справились с работой вовремя, расскажет Анатолий Головко. Тротуары обработали песком, а с дорог убрали ледяную корку. Управляющая компания, которая обслуживает дома на улице Красных Коммунаров, с работой справилась. Теперь местные жители могут передвигаться по дворам спокойно, не опасаясь подскользнуться на ледяных дорожках. Коммунальщики взялись за лопаты только после вмешательства главы города. Елена Лапушкина раскритиковала их работу во время объезда дворов промышленного района. Очень быстро и эффективно сработала администрация промышленного района. Выезжал сам глава. Теперь можно будет удобно ходить. Дороги расчищены. Входная группа посыпана песком. Подходы к подъездам были расчищены, обработаны противогололедными средствами. И отмостки тоже. Прошел трактор. Значит, дороги расчищены. Недостатки на сегодняшний день в полном объеме устранены. Жители домов на Краснодонской тоже довольны. Сейчас здесь работает тяжелая техника. Дороги приводят в порядок. После того, как она посетила наш двор, мы видим такие изменения, которых вообще не было в нашем дворе. Заработала техника, заработали дворники, дороги прочищены. Это просто фантастика. Главой администрации выполнение работ взят на жесткий контроль. Результаты сейчас заметны, работы проводятся. Управляющие компании, которые халатно относились к своим обязанностям, будут привлекать к административной ответственности. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Самарская область вошла в топ-5 субъектов-лидеров по итогам работы региональных союзов. Об этом стало известно на расширенном заседании Союза машиностроителей России и Ассоциации Лига содействия оборонным предприятиям. В заседании принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Какие задачи стоят перед отраслью на 2020 год, расскажет Лариса Шалафаст. Заседание Бюро Союза машиностроителей начинают с подведения итогов работы за год. Основные задачи, поставленные на 2019, выполнены. Задачи, которые мы перед тобой поставили в прошлом году, мы практически выполнили. Отличительной особенностью 2019 года стал старт национальных проектов, которые определены указом президента России. Ключевая роль в их реализации отведена отечественной промышленности. На заседании высоко оценили работу региональных отделений организации. Самарская область – один из крупнейших центров отечественного машиностроения. Регион показал устойчивую, позитивную динамику развития. Благодаря поддержке федерального правительства и региональных властей, предприятия отрасли улучшили производственные показатели. По итогам 2019-го в рейтинге Союза, оценивающем успешность рекотделений, Самарская область вошла в пятерку лидеров в стране. По словам губернатора Дмитрия Азарова, такой результат стал возможен благодаря тесной работе с предприятиями. Глава региона обратил внимание на необходимость предприятий более активно включаться в исполнение нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Сами предприятия, конечно, многое могут делать с точки зрения бережливого производства, повышения производительности труда. И здесь ярким примером может служить созданный на территории Самарской области совместно с корпорацией Ростех центр компетенции повышения производительности труда. У нас планы уже на этот год 4 предприятия, что пройдут эту подготовку и обучение специалисты. Рассчитываем, что и другие предприятия в эту работу включатся. В нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Самарской области участвуют 72 предприятия. При плане на 2019 год в 55 организаций. На 15 предприятиях внедрены принципы бережливого производства. Губернатор отметил, по показателям региональной составляющей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году объем промышленного экспорта в области должен увеличиться более чем в 1,5 раза и превысить 3 миллиарда долларов. Максимально надо использовать потенциал наших предприятий машиностроения по увеличению экспортной доли несырьевого сектора. Здесь результаты есть. Более 610 миллионов долларов уже составляет экспорт машиностроительных организаций, предприятий нашего региона. Но, понятно, есть колоссальный потенциал роста. И здесь мы активно обсуждаем с нашими предприятиями, в том числе и необходимые меры поддержки.
На заседании Дмитрий Азаров поднял тему празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Обращаясь к руководителям крупнейших предприятий страны, губернатор призвал их принять участие в проекте «Вахта памяти», разработанном в 63-м регионе. Лариса Шлафаст, «События». В областном следственном комитете создан отдел, который расследует нераскрытые преступления прошлых лет. В 2019 году его сотрудники раскрыли 106 подобных эпизодов. Одним из наиболее резонансных стало дело тольяттинского маньяка Рылькова. Убийца совершал свои преступления в 90-х. На его счету более 30 изнасилований детей и 3 убийства. В прошлом году областные следователи возбудили и раскрыли еще одно уголовное дело, связанное с Олегом Рыльковым. Тот сознался в убийстве 2 девочек. Расследуется комитетом и преступления в налоговой сфере. За 2019 год возбуждено 61 такое уголовное дело. В пользу государства возмещено более 190 миллионов рублей. Также за прошлый год комитетом в суд отправлено 134 дела о коррупции. Год был для всех нас очень тяжелый, напряженный, так же, как и для правоохранительной Самарской области. Мы сумели достойно выполнить те задачи, которые были поставлены председателем Следственного комитета по раскрытию преступления, нагрузки, сроки следствия. Уроки по танцу и актерскому мастерству. В Самаре прошли мастер-классы для студентов, которые примут участие в «Веснушке». Это творческий фестиваль для учащихся среднеспециальных учреждений. Учили их известные режиссеры, актеры и педагоги. На мастер-классах побывал и наш корреспондент. Ну, мы начнем. Сначала с плеч. Цыганочку все знают, да? Супер, отлично. Первое танцевальное движение. Второкурсник Данила Водюков танцевать начал случайно. Друзья позвали на бесплатный мастер-класс по брейкингу. Данила выиграл сертификат на полгода обучения и незаметно для себя увлекся. Третий год постоянно репетирует и ездит на крупные танцевальные российские конкурсы. Говорит, понял, что это дело его жизни. В этом году планирует попробовать свои силы на «Веснушке». Это творческий фестиваль для студентов средних специальных учебных заведений. И чтобы подготовиться к этому состязанию, пришел на мастер-класс, который традиционно проводится перед «Веснушкой». Брейкинг, он дает очень много в плане и силовой, и развития, то есть и танцевального характера. И это все на самом деле очень интересно, и как бы это помогает и в жизни, то есть и общение с людьми, и взаимодействие. В этот раз все творческие мастер-классы «Веснушки» прошли в один день. Учиться приехали более 150 студентов из Самарской области. Для них провели занятия по актерскому мастерству, танцу, уроки по организации концертов. В качестве преподавателя известные самарские режиссеры, артисты, вокальные педагоги. После пройдет пробный концерт, на котором студенты покажут, чему научились. Мы делаем это специально, чтобы вот те мастер-классы, которые мы проводим ежегодно, ну, не распылялись. Потому что получил знания, примени на практике. И это очень важно, потому что видно рост ребят, чтобы они занимались чем-то, и тем более творчество, выражение, как если не на сцене себя выразить и правильно показать. «Веснушка» стартует в начале марта. Сейчас организаторы выбирают членов жюри, а средние специальные учебные заведения готовят программы, которые покажут на конкурсе. Олег Зверев, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. 26 экипажей пробежали в собачьих упряжках по просторам заповедника «Самарская Лука». Здесь прошел один из этапов международной арктической гонки. Кроме России, соревнования проходят в Норвегии и США. С героями необычного вида спорта познакомился Сергей Кизоркин. Собака не только друг человека, собака еще и товарищ по команде. Мотивировать четвероногих в упряжке не нужно, они сами рвутся на старт. Впереди многодневная гонка и почти 500 километров заснеженного пути. Там что только в голову не лезет. Просто постоянно анализ, потом начнут задумываться. А если там какая-то тяжелая трасса, тяжелый момент, и постоянно бывают такие, ну, думаешь, а зачем мне все это надо? Но потом, когда ты доходишь до финиша, немножко поел, поспал, отдохнул, такой думаешь, как же здорово было, вот бы еще раз. И так вот каждый раз. Чтобы собака бежала сотни километров без остановки, ее нужно не только тренировать, но еще хорошо кормить. В рационе 3 сорта мяса и специальные концентрированные корма. У каждого каюра есть еще и помощник, без него никуда. Собаки как спортсмены. Их покормили до старта за 4 часа, а после финиша вернут в спортивный лагерь. Здесь для них помощник каюра уже подготовит спальное место, то есть в снегу выкопает специальную траншею до земли, постелит соломки –
а после того, как покормит собак, сделает им восстановительный массаж. Все как у профессиональных спортсменов. Недельная гонка на собачьих упряжках «Волга-квест» разбита на несколько этапов – 60, 70 и 110 километров. Затем день отдыха. Последние дистанции на выживание – это 240 километров. Места стоянок Каюр на этот раз выбирает сам. От его тактики и зависит успех в соревнованиях. Все старты проходят в селе Ширяево. Там же и финишируют спортсмены. Гонка «Волга-квест» считается гонкой повышенной категории сложности. Именно вследствие того, что рельеф национального парка Самарского Луга, он достаточно разнообразен. Это и горы, и равнины, и степи, где метет. Вот. И в 17 году, когда мы шли по Волге, это еще и ледовое покрытие реки Волги, когда мы дошли до города Болгар по Волге. Вот. Это очень сложная гонка, к ней нужно быть готовым физически. В Россию чемпионат мира по гонкам на собачьих упряжках привез норвежец Зигмунд Нордал. Признается, выбирал место для соревнований долго. Остановился на Самарской Луке. Я не пожалел ни о чем. Здесь классные условия для гонок, для собак, трасса отличная, виды замечательные и погода оптимальная для гонки на собачьих упряжках. Гонка «Волга-квест» уже шестая по счету. В этом году в прямом эфире ее показало норвежское телевидение, так как она вошла в мировую арктическую серию гонок на собачьих упряжках. А призы, которые получают каюры, предназначены только для собак. Это корма и снаряжение. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Самарская хоккейная команда «Союз» поедет в Сочи на всероссийский турнир «Золотая шайба». Они стали победителями областного этапа. В финале соревновались три клуба – из Самары, Отрадного и Сызрани. В этом году погода внесла коррективы в график тренировок. Но, несмотря на это, в соревнованиях приняли участие рекордное количество спортсменов. Олег Зверев поинтересовался счетом. Команда победителей выходит на лед в полной уверенности в своих силах и уже в первом периоде забивает гол. Однако с начала второго периода Самарский «Союз» начинает сдавать позиции Отрадинскому «Спортграду», и соперники сравнивают счет. Забили один гол, расслабились, что можно легко забить. Естественно, расслабились, если нам забили. Потом поняли, что игра совсем нелегка, и восстановили преимущество. В финале областного хоккейного турнира «Золотая шайба» участвовали три клуба возрастной категории 2005-2006 годов рождения из Самары, Отрадного и Сызрани. По итогам игр самарская команда стала лидером и будет представлять область на всероссийском турнире в Сочи. Скажем так, валидольная игра была, потому что то мы забили, то мы пропустили, потом отыгрались, сравняли, вышли вперед. Такая игра. В принципе, в целом очень такая интересная, красивая игра. Много ярких моментов было. Но мы просто реализовывали свои моменты. Турнир очень большой, и то есть команда «Союз» долго на нем выступает, но ни разу еще не выходили на Россию. Вот. И мы единственный год, 6-й, 5-й, который это удалось. И мы все рады, конечно, и большое желание было выйти, все-таки стимул. Областной этап всероссийского турнира «Золотая шайба» проходил в регионе в январе-феврале. Хоккеисты – представители детских любительских клубов. Те подростки, которые сами выбрали этот вид спорта и, начав играть во дворе, уже достигли серьезных результатов. Ну, конечно, хоккей нравится своей скоростью, мобильностью, ну, силовыми приемами в некоторые моменты, потому что, когда игра очень быстрая, это все дает такой адреналин, это очень, очень круто это. В хоккей, конечно, хочется добиться максимальных высот. В этом году погодные условия подвели организаторов. Лед из-за теплой зимы был не на каждой игровой площадке. Но, тем не менее, участников турнира стало больше. За «Золотую шайбу» сражались все города и районы Самарской области. Но если в прошлом году у нас построено 22 спортивные площадки разного уровня, это и как хоккейные корты, и 20 на 40 такие площадочки построены для занятия футболом. И вот в этом году в рамках национального проекта порядка 22 площадок планируется построить именно разноплановых площадок для различных занятий различными видами спорта, в том числе хоккея. И плюс 6 площадок ГТО для сдачи норм ГТО. Поэтому у нас на сегодня, в этом году участвуют практически все муниципалитеты по разным возрастам. Количество участников возросло в разы. Финал «Золотой шайбы» Самарской области продолжается. Впереди игры для возрастной категории 10-12 лет. Олег Зверев, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на YouTube превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на YouTube. Всего вам доброго и до встречи!